муниципальном учреждении комбинат коммунальных предприятий сменился генеральный директор. На эту должность с 6 ноября назначен Андрей Николаевич Шубин. Мы попросили его оценить состояние коммунального хозяйства на конец прошлого года. Придя на должность, первое, что как бы бросилось в глаза, что на предприятии нет системы работы. Начали мы поэтапно с организационных штатных мероприятий, которые мы провели в 3 этапа. 15 февраля текущего года предприятие переходит на новое штатное расписание. Был создан отдел по работе с населением. Введены 2 участка. Это ремонтно-лифтовый участок и сантехнический участок. Проведены мероприятия по приведению закупок на предприятии в соответствии с 223 федеральным законом. Была проделана очень большая работа. И с конца прошлого года мы эту систему... Вернее, система это заработала на предприятии. В декабре 2015 года управляющая компания МУП ККП приступила к разработке нового договора обслуживания многоквартирных домов. Эта необходимость продиктована тем, что за последние годы изменились многие статьи в жилищном законодательстве. Руководство коммунального предприятия приняло решение разработать договор с учетом мнений собственников жилья. Мы его разместили на сайте, для того, чтобы жители могли ознакомиться, посмотреть, задать вопросы их интересующие. В течение месяца мы получили более 30 предложений. 15 января 2016 года состоялся круглый стол, на котором все пожелания, изменения были внесены в этот договор. И 21 января мы его вновь разместили на сайте. И с 24 февраля 2016 года мы приступим к заключению договоров с жителями нашего города путем проведения общих собраний. В комбинате коммунальных предприятий разработан план на 2016 год по увеличению эффективности использования электроэнергии для общедомовых нужд. При проведении текущего ремонта дома в подъезде будут менять всю общую электрическую сеть. Все дома, в которых мы будем проводить текущий ремонт, будем оборудовать энергосберегающими светильниками по новым технологиям. Эту работу мы уже начали в прошлом году. У нас есть уже пример. Это первый микрорайон, дом номер 7, который... в котором был проведен текущий ремонт, и с 1 по 5 этаж полностью были заменены все светильники на энергосберегающие, то есть с датчиками движения. Экономическая эффективность, но мы увидим через определенное количество времени. Содержание придомовой территории – одна из основных функций коммунального предприятия. Она включает в себя целый комплекс работ, и основной показатель уровня услуг – это качество. Есть регламенты, правила, которые определяет, как, в каком состоянии должен находиться двор. То есть очищен поскребок, одним словом, под асфальт, да? Вывезен мусор, чистые подъезды. Вот. В этом плане мы работаем. Кроме управления многоквартирными жилыми домами, комбинат коммунальных предприятий обслуживает практически все инженерные и коммуникационные сети. И хотя наш город сравнительно молодой, проблем приходится решать немало. К сожалению, сети наши, они новее не становятся. Они приходят в негодность, и тоже приходится закрывать определенные вопросы, как с ремонтами, заменами, допустим, трубопровода. С прошлого года в организации существует отдел по работе с населением. Эта служба занимается мониторингом обращений жителей города с целью выявлять и снижать социальную напряженность в сфере работы коммунального предприятия. Разработан целый комплекс мероприятий по организации обратной связи с потребителями услуг МУП ККП. Организован личный прием как руководителя предприятия, так и его заместителей. Переработаны вопросы нашего информационного сайта. В данный момент на данном сайте можно найти полностью всю информацию, все, что касается предприятия. И по раскрытию этой информации особенно интересует наших жителей. Потому что задают вопросы, сколько денег поступило, куда потратить, для каких целей и так далее. То есть сейчас это все у нас открыто, доступно, и любой житель нашего города может зайти к нам на сайт, найти там свой дом и посмотреть всю информацию по своему дому. Для коммунального предприятия предстоит нелегкий год, но руководство смело строит планы с уверенностью их выполнить.